следующем году в ряду аттракционов Паттайи появится еще один. Руководители проекта долгожданного аквапарка «Рамаян», на слухи о котором ходили уже несколько лет, наконец-то официально объявили о начале строительства. Субботним утром 5 ноября будущая стройплощадка была освящена монахами из буддийского монастыря Као-Чичан. На торжественную церемонию были приглашены члены парламента Чонбури, офицеры высшего звена иммиграционной службы, бизнесмены, представители местных СМИ. Руководители компании «Сибирское золото» утверждают, что «Рамаяна» будет открыт в конце следующего года. И по словам генерального менеджера проекта Алана Махони, аквапарк обещает стать самым большим водным аттракционом в Юго-Восточной Азии, позволяющим ежедневно принять 10 тысяч туристов. Этот проект мне очень интересен. Мой первый опыт строительства аквапарка в Таиланде. Хотя я работаю в Азии уже более 30 лет. В нашей команде есть и тайцы, и русские, и канадцы. И мне очень интересно трудиться бок о бок с таким интернациональным коллективом. Аквапарк будет расположен на территории комплекса Silver Lake, получаясь от Паттайи. Организаторы рассчитывают как на поток иностранных туристов, так и на местных посетителей из Бангкока. Депутат парламента Чонбури Кун Парамет Нгампичет рассказал нашему телеканалу о развитии туристического рынка провинции. Я очень рад быть почетным гостем на церемонии освещения будущего аквапарка Рамаяна. Город нуждается в новых проектах. Многонациональный туристический состав требует новых развлечений. Безусловно, Паттайя можно называть русскоязычным городом. Конечно, мы заинтересованы в привлечении тайских туристов, которые будут приезжать на выходные из Бангкока. Аквапарк Рамаяна представляется мне очень интересным проектом, который может увеличить поток туристов в нашу провинцию. Кун Сурачай Танжай Тронг, президент группы компании Silver Lake, тоже рад новым соседям. Конечно, я в восторге от этой идеи. Аквапарк Рамаяна будет построен рядом с моими виноградниками и концертной площадкой. Скоро Silver Lake станет новым адресом, куда тысячи туристов и местных жителей будут приезжать в поисках развлечений и отличного отдыха.